необыкновенно красивые, такие красивые, что просто обалдеть. И бежевые, и какие-то такие с бантиками, и ткань такая просто необыкновенная. Ой, вот здесь нужно тебе обязательно прихватить. Темновато. Повернись, пожалуйста, к свету, вот сюда. Ага, вот так, вот, вот так. Ну, хватит уже, ну не делай из меня клумбу, Лора! Еще один и все. Нужно четное, у тебя нечетное. Да кому нужно, я тебя умоляю. Ну чего там, на входе, что ли, тебя считают? Примета такая, так надо. Как я устала уже от твоих примет. Это не надевай, там не живи, здесь не стой. Это же не я придумала. Нет, ты не придумала, ты просто развлекаешься. Все, закончила? Слушай, а давай я тебе еще ниточкой вот тут вот прихвачу, чтобы у тебя грудь пышнее была. Ладно, мне ничего хватать, мне не 17 лет, а так красиво. Вот именно, тебе не 17, тебе 37. Пусть все видят, что ты заслужила, что ты боролась-боролась и поборола. Это вы меня с мамой побороли, а я прекрасно и так с Сергеем жила, без росписи. Без росписи? Это совсем не то. После ЗАГСа совсем по-другому будет. Да тебе-то откуда знать, прости господи. Ой, прости. Ну, прости. Ну, прости. Все, поехали. Нет, нужно посидеть. Что? На дорожку. Лора. Даже не спорь. Посидеть – это обязательно. Ой, Ленка. Ты такая красивая. Мне аж не верится, что ты замуж выходишь. Девушка, в сторонку, вы в кадре. Извините. Что, нет? Я на перекрестке была. И по бульвару вверх поднялась, нигде нет. А ты дозвонился? Я не звонила. Почему? Да потому что ясно, что не придет. Почему? Да потому что трус. Предложение делал, глаза уже тогда от страха бегли. Ну все, пошли. Нет, подожди, давай. Давай я сама позвоню. А ты тут стой. Крапивин и Балашов есть? Нет. Нет, есть, есть. Это мы. Вот. Что значит мы? Извините, но женщин мы браком не сочетаем. У нас проблемка небольшая есть, пожалуйста. Нам немножко времени нужно, но жених вот-вот подъедет. Мы ждать не можем. У нас здесь конвейер. Конвейер по производству брака. Что значит по производству брака? Послушайте, нам немножко времени надо. Не хотите, я сама с ними поговорю. Деточка, спокойно, спокойно. Только драк нам здесь и не хватало. Либо вы расписываетесь сейчас, либо вы приходите в другой день. Все. Лена? Чего ждем? Чего не расписываемся? Росписи не будет. Сергей заболел. Как заболел? День свадьбы? Да чем же он заболел-то? Сейчас выясняем. Дядь Коль, вы, наверное, развозите гостей по домам. Ну, расскажите, что вот так случилось. Лена! Что? Не сейчас, мам, давай потом. Лена! Ну что ты? Тебе просто не везет. Совсем капельчику, капелюшечку маленькую. Капелюшечку 15 лет подряд. Нет, что-то не так со мной. Скажи честно, я же не страшная. Нет, ну что ты, нет, ты только кажется ты страшная. У тебя, ты вообще у нас, ух, тебя можно даже по телевизору показывать. Вот фильм. А если я не страшная, то что не так? Что? Я знаю, в чем причина. Тебе порча. Что? Ой, ну какая порча? Ой, ну а что? Не смейся, это правда. Молодой человек, а можно нам брютику? А брюта больше нет. Секунду. А вы бронировали? Вы знаете, что у нас должен был быть сегодня торжественный вечер? Чем же вы планировали нас поить? Давайте счет. Кстати,
Кстати, то, что у них Брюта нет, это тоже знак. Знак того, что это паршивая забегаловка. Сколько? Давайте сюда, администратор. Боюсь, вам это не поможет. Это мы еще посмотрим. Я сказала, приду с инспектором. И если понадобится, каждый день буду приходить, пока ресторан наш поганый не закроют. Хорошего вам вечера. Свободен? Свободен? Вот видишь, что? Такси все заняты. Ну и что? Это знак. Хватит! У меня худший день в моей жизни. Твоя лучшая подруга надо мной издевается, морочит мне голову всякими порчами. Леночка, ну я правда хочу тебе помочь, но мне действительно кажется, что это... Не могу больше слушать этого! Петька, ну что у тебя тут? Скорую привезла, тошнит целый день. На отравление похоже, но не сильное. Какое отравление? Ты видишь, у нее нестагм. Как вы себя чувствуете? Люда, ты еще... Я что, 70 год рождения? Ты понимаешь, у меня сознание путается. Можете улыбнуться? Так а что с ней? Микроинсульт с ней, каталку живо! Вам нужно лечь. Ложитесь. Прошу вас, проходите. Вот это наша ординаторская. Кстати, это ведущий специалист Крапивина Елена Викторовна. А давайте посмотрим процедурную. Там, кстати, у нас есть инновации. У коллектива есть собственный патент, между прочим. Пройдемте, я вам покажу. Пройдемте. Ленечка, я у тебя яблочко грызну? Грызну, конечно. А что слышно? По какому поводу делегация? По-плохому. Нас Госздрав закрывать хочет. Видишь, вон комиссию нагнали. Петр перед ними хвост распушил, да все зря. Они обязательно напишут, что у нас все плохо. А что главврач наш? Так а что главврач? Ему все равно. Мы же как бы отдельно от него. Хоть как болванчик головой кивает. Ну, так надо что-то делать. Так а что делать? Свечку поставить? Куда? Сейчас приду. Здрасте. Это вы мне? Ну да. Здрасте. Как вас зовут? Ну, предположим, Борис. Очень приятно, меня Елена. Борис, скажите, вы пришли нас закрыть? Нет. А с чего вы взяли? Не надо, Борис. Я всегда знаю, когда мне врут. Нелегко, наверное, с таким жить. Ну да, ну да. Не сговаривайте мне зубы. Ну, хорошо. Но это еще не точно. Есть план по реорганизации. Ваше отделение закроют, а в следующем году откроют клинику с большим новым отделением интенсивной терапии и сепсиса. В следующем году, вы говорите? Да. А в этом году людям что делать? Я не знаю. Терпеть, наверное. Терпеть? Послушайте, мы не плоскостопие лечим. Здесь люди сгорают за день. Вы понимаете это в своей комиссии? Или вы ни черта не понимаете? Ай! Спокойно. Так, что здесь происходит?
Ничего, я уверен, это недоразумение. Недоразумение? Она на него с кулаками кинулась. Ты понимаешь, что ты натворила? Ты понимаешь, что ты натворила? Да. Ни черта ты не понимаешь. Я как лев сражался, я ужом избивался перед ними целый день. Я в кулак собрал все свое обаяние, у меня получилось. Я по их лицам видел, что они уже нас не закроют. И тут ты со своими фокусами. Ты на всех мужиков кидаешься, без разбору. Петр Ильич, давайте без оскорблений. Я так знаю, что я виновата. Ты не просто виновата! Знаешь, что сказала Лисавенко? Что вы меня уволили? Именно. Господи, ну увольняйте! Видишь, как у тебя все просто. Развалила все и в кусты? Нет, милочка, так не будет. Ну что вы хотите от меня? Я хочу, чтобы ты нашла этого Бориса и попросила у него прощения. И не просто попросила, а сделала так, чтобы он не только тебя простил, но и замолвил за нас словечко. Ну и как, по-вашему, я это должна сделать? Да хоть в ногах валяйся, хоть делай, что хочешь. Тут я тебя не ограничиваю. Ничего не буду делать. Будешь. Если ты хочешь работать по специальности хоть где-нибудь в этом городе. Господи, Герда, я никак к ней не привыкну. Ты что, она прелесть. Она такая хорошая. Что? Гулять? Да. Сейчас скоро пойдем гулять, моя хорошая. А я, кстати, этого Бориса тоже знаю. К нам эта комиссия тоже приходила. Он у них что-то вроде по сертификации или что-то типа того. Высокий такой, симпатичный, с голубыми глазами. Симпатичный? И, кстати, через бульвар тут живет недалеко. Да ты что? Да. У него, по-моему, собака есть, австралийская пастушья. Так ты что мне предлагаешь-то? Бег за ним, как школьница, хватать за руки и кричать: «Дяденька, простите, помогите!» Точно. Точно, мы так и сделаем. А Гердочка нам в этом поможет, да, моя девочка? Правда? Да, добейте меня. План у нас такой. Ты переезжаешь ко мне и каждое утро идешь выгуливать Герду. Фу. Герда, фу, не жри всякую дрянь. Желудок забьешь, придется кишку глотать. Тебе все равно, что жрать. Все, выплюни. Ой, Герда! Герда! Ой, Герда! Елена! Здравствуйте! Борис? Вы не ушиблись? Вставайте. Здрасте. Здрасте. Ой, я не ожидала вас здесь увидеть. А я здесь живу, вот это мой дом. А, да, сюрприз какой. Я тоже рядом. Мы строители. Раньше там собаку выгуливали. Возле школы. Теперь здесь. Маршрут поменяли. Это неожиданно. Чертовски. Лена, а вам сильно досталось? Мы после вчерашнего. А, да. Нет, все нормально. Значит, досталось. Вы знаете, я решил рекомендовать комиссии не закрывать ваше отделение. Ну, пока новый центр не достроится. Правда? Серьезно? Да. После того, как вы меня вчера ранили в сердце... Простите, ради бога. Ну, хотите, вы можете принести мне свою рубашку. Я вам выведу пятно. Я сам. Да? Да. Так вот, я стоял и думал, а что, если бы меня действительно в сердце ранили? Пришлось бы искать специализированную клинику, а ее нет. Хорошо, что вы рядом оказались. Борис... Я не знаю, это очень какой-то очень настоящий, очень мужской поступок. Знаете, прям не ожидала от вас. Сейчас немного обидно. Ну, не знаю, ну, а можно я вас в руку вам пожму? Это очень, очень, очень интимно. Ну что, на работу надо. Спасибо за компанию. Вам спасибо. До скорой встречи. Да, до встречи. До встречи.
это же Петр Ильич. Подожди, а ты ничего не перепутала? Может, он не о нас говорил? О нас он говорил. А сказал, что не даст закрыть. Сказал, что будет рекомендовать, не закрывать. Уже хорошо. Молодец, Крапивна. Я всегда знал, что у тебя есть потенциал. Хотя в последнее время сам уже не верил. Спасибо. Ну-ну, а как тебе удалось? Ты за ним следила? Нет. Он живет рядом с моей подругой. Гуляли с собаками. Ага. Значит, следила. А дальнейшие планы какие? Ну, никаких. Рекомендовал не закрывать, ну и все. Ты что, с ума сошла? Ну, это же еще ничего не значит. Нужно довести дело до конца. Держать руку на пульсе. Дать дельным приказа. Ну, и что я могу сделать? Ну, продолжай выгуливать собак упорно, непоколебимо, до приказа горздрава. Хорошо. Буду выгуливать собак. На. Ну что? Здравствуйте, доктор. Как вы тут у нас? Смотрю, вам намного лучше уже. Да, чувствую себя гораздо лучше. Прям чудо какое-то. Да, чудо. И еще немножко тромболитики пятого поколения. Скажите, а я надолго здесь? Не думаю. Вам очень повезло, что мы вовремя начали лечение. Завтра сделаем томографию. Если нет патологии, сможете даже лечиться амбулаторно. Ой, извините. Да, мам, я на дежурстве. Что-то срочное? Да, солнышко, это срочно. Дело в том, что к Маргарите Львовне приехал ее племянник Тосик. Ты помнишь Тосика? Да, помню. Толстый такой, с потными ладонями. Нет, доченька, говорят, что он сейчас очень похудел. Шикарный мужчина. И шикарный вариант. Мам, у твоего шикарного варианта такой стробизм, что ему в глаза невозможно смотреть. Я просто хочу, чтобы ты приехала и пообщалась. Я не могу приехать просто пообщаться, я на дежурстве. Все, привет, Тосику. Нет, я хочу, чтобы ты приехала, слышишь? А почему вы не сказали маме, что у вас уже есть мужчина, который вам нравится? С чего вы взяли? Карты не врут. Передайте вашим картам, что они ошибаются. Хорошо, передам. Хорошая девочка, ваша Герда. Точно. Сям хозяйку. Сколько ей? Да большая уже девушка, с паспортом. Жалко, что мы с Марвином вас раньше не встретили. Да? Серьезно? Сожалеете об этом? Абсолютно искренне. Больше времени провел бы в компании такой интересной женщины. Спасибо. Я думаю, мы сейчас чаще будем видеться. Да, будем видеться. А что вы сегодня? Вечером? А, да нет, ничего. Абсолютно никаких планов. Вообще-то я хотел спросить, что у вас на работе. Но намек понял. Лен, постойте, подождите. Послушайте, у нас с вами была война. Война? Конечно. Яростная. Я даже был ранен. Боевые действия закончились, а официальный мир мы так и не заключили. По всем правилам. Ну, какие у вас правила? Очень простые. Я предлагаю сегодня вечером встретиться в Тоскане, отметить перемирие и заключить официальный мир. Ну, если только официальный, то я согласна. Вот и замечательно. До встречи. Да-да, до встречи. Герда, давай. Доброе утро.
Доброе утро. Людмила, как себя чувствуем сегодня? Ой, спасибо, уже гораздо лучше. Ага. Замечательно. На томографию водили вас сегодня? Нет. Как нет? Никто не приходил к вам? Не приходил. Ладно, у меня есть немного времени, я смогу отвезти вас. Это важно. Собирайтесь. Через минуту приду за вами. Хорошо. Слушайте, ну что я могу сделать? Мальчики переустанавливают систему. Да слушайте, ну час я уже жду, час! Можно их как-то ускорить или нет? Говорят, вот-вот. Ну подождите, вы подождите. Леночка! Да! Могу я вас кое о чем попросить? Валяйте. Сдвиньте, пожалуйста, карты. Зачем? Ну, я хочу вам погадать. Вы помогли мне, а я хочу помочь вам. Не, не надо, у меня все в порядке. Разве? Ну, сдвиньте. Все равно делать нечего. Так хоть посмеемся над глупыми картами. Ну, давайте. Делать все равно нечего. Что, перспективы не очень, да? Да. Карты говорят, что у вас было несколько мужчин. Но они все сбежали от вас. Ну, догадаться, впрочем, нетрудно. Остался только один, которому ты ранила сердце. Но вы не можете быть с ним вместе. Почему же? Потому что есть три женщины, которым ты испортила жизнь. Поломала любовь. И пока ты все не исправишь, никакой личной жизни у тебя не будет. Что? Что за женщина? Ты должна помочь Дамитриев, которая постоянно смотрит на тебя. Даме Пик, которая обгоняет тебя. И даме Бубей, которая скрывает слезы, но забирает самое ценное. Я никому ничего не ломала. Всегда всем пытаюсь только помочь. Ну, иногда мы делаем людям больно, не замечая этого. Все починили, можно заходить. Да, отлично. Людмила, пойдемте. Скорее, скорее. За результатами я позже зайду. Идите. Хорошо, да. Леночка! Да. И еще, тебе нужно торопиться. Часики тикают, времени очень мало. У тебя все получится, пока женщина в красном рядом с тобой. Потом уже ничего не изменить. Остался только один, которому ты ранила сердце. Ты же был ранен? После того, как вы меня вчера ранили в сердце? Мне очень неудобно, но наши посиделки отменяются. У меня родственник умер, мне нужно срочно уехать на похороны. О, Господи, я соболезную. Спасибо. Я вылетаю сегодня, пробуду там некоторое время. Надо уладить дела. Простите еще раз, что вас обманул. Мне не стыдно. Да не, ну что вы, все в порядке. Удачно вам съездить, ну... В том смысле, что берегите себя, Борис. Спасибо, Лен. Еще как-нибудь увидимся. До свидания. Да. До свидания. Не смешно. Thank you.
Тебе нужно торопиться. У тебя все получится, пока женщина в красном рядом с тобой. Потом уже ничего не изменить. Отлипни уже от этого окна. Я просто вся под впечатлением. Она же все-все предсказала. Это же чудо какое-то. Да это не чудо, это издевательство. Найти трех женщин, которым я якобы сломала жизнь. Не жизнь ты говорила, а любовь. Господи, я вообще никому ничего не ломала. Так, давай по порядку. Нам нужна дама Треф, которая все время на тебя смотрит. Вспоминай. Ну? Не знаю. Садоева. Вот, точно! Мы в ординаторе, помнишь, сидели друг напротив друга, она вечно на меня пялилась. Ты помнишь Садоева? Нет. Я сейчас покажу тебе. Так. Садоева. Да. А, вот Садоева. Ну и чего я тебя сломала? Слушай, а помнишь Аньку Лисицыну? А, это которая с Витькой Шагиным встречалась? Да. Ты еще пыталась его отбить? Нет, я не пыталась. Неважно. Смотри, как она смотрит на тебя. И тут, и вот тут. И даже тут. Вот. Я просила тебя этого не делать. Я больше не хочу тебя видеть! Аня! Витя, я не понимаю, за что она издевается над тобой? Она тебя просто не ценит. Да что там ценить? Все ценить. Ты классный. Нет, не может быть. А потом ты еще сделала так, что он с тобой на выпускной пошел. Так было нужно, мы стали школой года. Анька с Витькой собирались после выпускного пожениться. Перестань, ну кто после выпускного женится? Они поклялись друг другу. А получается, что из-за тебя они не поженились. Да вот, конечно, я стояла в персональных ЗАГС не пускала, как же? Не смотри на меня так. Сама знаю, что виновата. Ты знаешь, где сейчас Анька? По-моему, у нее ателье по индивидуальному пошиву где-то в городе. Значит, надо найти и проверить. А то мало ли, может, она забыла уже все. Нашла себе спокойно миллионера и живет с ним счастливо. Ага, конечно. И работает в ателье. Да, вот такой непредсказуемый человек. Ну, подкладку мы заменим, это несложно. Кстати, можно его сразу и почистить у нас. Видите, грязь подулилась. Почистите, если несложно. Да нет, что вы, несложно. И мы это очень быстро сделаем. Ань, ты не узнаешь меня? Нет. Я Лена. Лена Крапивина. Мы учились с тобой в одном классе. Лена? Точно. Крапивин. Боже, какими судьбами. Да, живу неподалеку. Как прекрасно. Как я рада тебя видеть. Ну что ты, как ты вообще? Да я, что, все в порядке, все путем, только плащ дырявый. Да, ничего, с этим мы справимся. Ты заходи через пару часиков, я тебе сейчас квитанцию выпишу. Слушай, а хорошо было бы посидеть где-нибудь за чашечкой кофе и поболтать, а ты как? Ну вот, придешь и поболтаем. А, ну хорошо. Пока. Это забирать не надо. Это сама сделаю. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. А что, плащик мой готов? Давайте я сейчас посмотрю. Да, посмотрите, пожалуйста. Да, вот он лежит, дожидается. О, отлично. Вы,
Вы испортили мне плащ. Вы уверены? Может быть, так и было? Да нет, так не было. Это хорошая фирменная вещь. Это вам не Китай какой-нибудь. Да как вообще можно было вот так вот сделать? Я не знаю. А хотите, я вам хозяйку позову? Да уж позовите, пожалуйста. Аня! Лен, что случилось? Вы мне плащ испортили. Вы просто изуродовали его. Скажи мне, как такое могло случиться? Ну, я не знаю. Я отдала одной девочке в починку. Я думала, она справится. Теперь это кусок просто криво сшитой тряпки. Да уж. Не жаль, правда. Ну, я могу предложить компенсацию. Да, я хочу компенсацию. Это дорогая фирменная вещь. Ну, компенсация у нас стандартная. 1000 рублей. Что? Ну вот, квитанция же прописана, твоей рукой заверена. Будешь брать? Знаешь что, можешь себе эту свою компенсацию? Что? Себе оставь. Боже, боже, боже! Боже, боже, бедный плащик! Ужас! Она меня ненавидит. До сих пор. Лютой ненависти. Это ужасно. Это прекрасно. Мы все исправим. Найдем ей мужчину и заставим быть счастливой. Как? Мы себе мужика найти не можем. А ей найдем. А как ты думаешь, у нее кто-то есть на примете? Значит, скорее всего, нет. Вот тебе задание. Ты пойдешь к ней и узнаешь, какие мужчины ей нравятся. Так ты что, и кофе не будешь? Да нет, я совсем ненадолго. А. Слушай, я что-то не поняла вот насчет этого сайта. А, нет, это не сайт, это группа такая в социальных сетях. А. Мы решили с девчонками организовать, чтобы знать, кто, где, как. Здорово! Вот. Ой, а это у тебя кто? Витя? Нет, это мой бывший муж. Да? А можно я посмотрю? Не трогай. Я сама покажу. Садись. Так. Никита. Поженились 10 лет тому назад. Ну, через 2 года развелись. А что случилось? Как обычно, бабником оказался. Прямо тут, вот дома их и застукала. Так. Ух ты, а это кто? Да был тут еще один жених. Даже вспоминать нечего. Слушай, это, наверное, соседка. Я на секунду. А, угу. Хорошо. Анечка, солнышко, да. Я к тебе с такой просьбой. У тестя юбилей, дочка хочет пиджак одеть. Кинулась ремонтировать, немножко не получается. Твои ручки золотые. Посмотри, детка, там подкладка немножко. Вижу. Видишь, да? Чуть-чуть мулька тут немножко прогулялась. Да, пуговки у нас там вроде как бы не совсем в том. Глянь. Все сделаем, все сделаем. Я освобожусь и зайду. С чего ты решила, что Аня до сих пор любит Витю? Да как с чего? У нее все мужики один в один, как Витя. Она определенный типаж ищет. Ты не заметила? А это значит, что нам просто нужно найти кого? Мужика, похожего на Витю? Нам нужно просто найти Витю. И тогда они снова сойдутся. Я сейчас. Подожди меня. Господи, что же ты задумала? А контора его находится на Электротехнической. Там склады. Ага. Хорошо. Мария, спасибо большое. Тебе спасибо. Если бы не ты, моего Васьки уже бы не было. Не преувеличивай. Я очень благодарна. Правда, очень выручила. Обращайся. Да, хорошо. Ну что, Витя нашелся? Ты представляешь, как повезло. Да, нашелся. Живет до сих пор здесь, работает в охранной фирме. И что самое главное? Что? Он не женат. Пойдем? И какой у нас план? План у нас один, свести его с Анькой. Ну я чё, у меня все просто. Я после школы сразу в армейку, потом в часть, поколесил по стране, в академию собирался. А чего уволился? Несчастный случай. Я же того дурака вытащил, а у самого компрессионный перелом. Комиссовали в 2 счета. Теперь вот охранник.
Ладно тебе, ведь чего ты так говоришь, как будто у тебя вся жизнь закончена. Вот самое время начинать ее заново. А вы чего в этом году собрались-то? В каком надо? Ну, я же думал, на 20-летие. Вы же встречу одноклассников делаете. Или зачем вы меня раскопали в норы? Просто поболтать. Просто поболтать? Да, ну придуривайте, не слушай. Да, мы действительно организовываем встречу одноклассников. Видишь, как он тебя раскусил, а? Витя, ничего от тебя не скроешь. Герда, 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 стой! Стой, Герда! Гердочка, Гердочка, девочка, ты нас узнал! А, какая молодец! Ты опять убежала от своей хозяйки? Герда! 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 Откуда у вас эта собака? Она не ваша. Моя. Нет, она не ваша. Это собака моей подруги. Елены? Елены. Я гуляю тогда, когда она не может. А что с ней, что-то случилось? Да, она заболела. Господи, я надеюсь, ничего серьезного? Нет, нет, у нее просто, у нее мениск выскочил. У нее все время он выскакивает. И тогда я гуляю с собакой. Вот, она меня даже называет замминиска. Ну, тогда приятно познакомиться. Борис. Лариса. Ну, все меня зовут просто Лорой. Я постараюсь не быть похожим на всех. А вы аккуратнее здесь. Тут, между прочим, в соседнем дворе Алабай живет, совсем больной на голову. Мы как-то с Гердой гуляли, он увидел нас, глаза вытаращил, клыки оскалил и как понесся, думала, все, разорвет и меня, и Герду. И что вы сделали? Я? А я вот так вот встала на карачки и стала гавкать. Вот, он испугался и убежал. Я смотрю, с вами шутки плохи. Ну, или потому что я была не накрашенная. А. Мы тут с девчонками посоветовались и решили, что сайт сайтом, а пора бы уже и встречи выпускников организовать. Почему пора? Дата не круглая. Да, но все так хотят встретиться, все так соскучились. Ты придешь? Слушай, я на 10-летие ходила, тоска зеленая. Ну, сейчас-то все поменялось. Да, поменялось, мужики стали более лысыми, а девки более толстыми. Ну, зачем ты так? Очень многие люди хотели тебя увидеть. Кто? Кто? Абрамёнок, Кожухова, Раченко, Морозова, Витька Шагин. Витя? Витя Шагин. А он что, в городе? Да, он в городе, а я не говорила. И тоже сказал, что придет. Я тоже приду. А ты мне позвони, когда, где, что, хорошо? Да, конечно. Да. Ой, Инка! Иночка! Ой, да, это молодец, ты так пришла. Держи грамулек. Нет. Это не вино, это витамин В. Я как врач, один глоток разрешаю. Держи, держи. Хорошо, немножко. Наш течет. Девчонки! Ина! Видела, как лисица нас смотрит, прям как вампир. Ужас, если Витя не придет, она вцепится нам прям в глотку. Да, просто жутко смотрит. Витя! Привет, сюда еще пускаешь? Да, пускай, пускай. Молодец, что ты пришел. Без тебя было вообще совсем не то. Совсем не то. Держи, Громулек. Ага. Вон туда, иди. Туда, куда? Туда, туда. О, привет. Привет. Витя. Анька, сколько лет, сколько из них. Я так рад тебя видеть, так рад, прям. Привет. Привет. Дорогие друзья, ну что ж, предлагаю считать встречу выпускников 10 А класса 29-й средней школы открытой!
сейчас разложу. Ага. Ну что, как там наша парочка? Ой, все вообще супер. Я видела, как они в углу за руки держались и даже в одном конкурсе участвовали. Ну и прекрасно. Значит, все идет как надо. Да. О, Ань, привет. Ну что, как тебе вечеринка? Вы Витю не видели? Нет, а что случилось? Я не знаю. Мы общались, все было хорошо, я на секунду вышла, и он исчез, его нигде нет. Нет, не видели. А, ну ладно, извините. Так. Витя! Витя! Добрый вечер, куда едем? Здрасте, вы не видели мужчину здесь такой большой, в сером пиджаке? В рыжем галстуке, да? Да, точно, видели? Было здесь такое чудило. А где он? А я откуда знаю? А он мялся, а потом как побежал вон туда. Как побежал? Ну как побежал? Ногами побежал. А он что, украл что-то? Да нет. Ну что, есть? Может, вам полицию нет. Вызвать? Не надо нам полицию. О, Крапивина, опять ты? Давно не виделись. Как ты после вчерашнего? Лучше всех. А вот ты-то куда делся? Я никуда не делся. Я вчера отжег по полной. Вечеринка была, ух, огонь. Анька тебя вчера весь вечер искала. Да, странно. Мы вчера с ней отлично поговорили. А потом я ушел, мне же утром на работу. Ну, работа, святое дело, конечно. А то руки трястись будут, по телевизору не попадешь, да? Ведь мы вообще всю эту вечеринку ради тебя устроили. В смысле? Вернее, ради Аньки. Хотела она, дурака, тебя увидеть. А ты дал дёру в разгар вечера. Так что, если ты не последняя скотина в этом городе, сегодня извинишь, ты пригласишь ее куда-нибудь, ясно тебе? Не пойду. К чему это? Потому что. Знаешь, Ленка, я вчера, как ее увидел, прям аж зажглось все. Ну, хорошо же. Вот как будто и не было вот этих 18 лет, что мы не виделись. А потом я вспомнил, что я охранник. Ну, и наврал ей, ну, что у меня бизнес. Витя, это встреча одноклассников. Все врут на встречах одноклассников, все до единого. Да, но я-то действительно охранник. Ну, охранник. Никола, ни двора, ни профессии. Зачем ей такой нужен? Может, потому что она тебя любит? И ты ее. Так пойди и скажи ей об этом. Не, не скажу. И что я буду делать? На шее у нее сидеть? Я бесполезный. Ничего в жизни не добился. Знаешь, наверное, и хорошо, что тогда в школе ничего не получилось. Это судьба. Он очень ответственный человек. Вы знаете, что он на учениях человека спас? Кстати, он так метко стреляет. Я уверена, что эта способность его может вам пригодиться непременно. Вот у вас что на складе? Душевые кабины. Ну вот. Душевые кабины тоже кто-то может попытаться украсть, ну, чисто гипотетически. Тогда Виктор с его меткостью очень-очень может быть полезен. Послушайте, но я все равно не могу его повысить. Ну почему? Ну потому что мы закрываем эту охранную фирму, все. Как? Ну почему закрываете? Ну, как же, такая фирма хорошая была, может вы подумаете еще? Мне она не нужна. Вам нужна? Я могу вам переписать ее со всей клиентской базой. За недорого. Всего 2 штуки баксов, а она ваша. Будете брать? Я подумаю. Но думайте быстрее. У вас всего неделя. Спасибо, что пришла. Привет. Привет. У меня очень мало времени, поэтому давай сразу к делу. Тебе нужна заметка. Да. Про кого? Ну, нужно прославить одного парня. Что вот такой хороший мужик, бывший военный, спас женщину. Все в таком ключе. Ну, можно, можно. У нас в редакции любят бытовых героев. Кого будем спасать? Спасать будем Лору. Лору. Лору очень приятно, Маша. Лора. Угу. Ну и что, как? Ну, вот она такая, значит, тонула в пруду, он подбежал и спас ее. Ясно.
Лур, будем снимать. Заходи в пруд. Нет, подождите, я плавать не умею. Отлично, будет натуральнее. Нет, стойте, подождите, я могу утонуть. Да не утонешь, мы позовем кого-нибудь на помощь. Лур, а еще лучше, вообще не тонет. Нет, стойте. Давай сюда. Нет, подождите, он же меня спас. Значит, я должна уже быть на берегу. Ну хорошо, тогда ложись прямо здесь, на берегу. Хорошо, но только это нужно каким-то, наверное, присыпать песочком. Ты посмотри на нее, она так на труп похожа. Ну ладно, давай тогда просто водичку. Нет, водой нельзя, у меня платье новое, пожалуйста. А зачем ты его надела, новое? Ну я же не знала, что вы где-то пить будете. Слушай, что тебе дороже, новое платье или подруге помочь? Послушайте, а давайте завтра снимем. Ну можно я еще хотя бы разочек одену, ну пожалуйста его. Ну пожалуйста. Ладно, обойдемся без пруда. Пошли в больницу, там что-нибудь поснимаем. Ничего, нагулялась уже, что ли? Давай хотя бы 5 минут подождем, если не придет, тогда уже пойдем, ладно? Лена! Привет. Не меня ищешь? Нет. Нет? А я вот тебя ищу. А что без Марвина? А у меня сегодня встреча ранняя, так мы уже погуляли. Это не важно. Я вот что подумал. Я обещал, но мы же так никуда и не сходили. Нет, не страшно. Поссорились, помирились. Это все прошло. Я так не могу. Я хочу загладить наш конфликт, поэтому вот. На что это? Это билеты на антрепризу. Яблочный дом. Говорят, очень красивый спектакль. Составишь мне компанию? Ну, если это не взятка. Нет. Считаю, что это поощрение по профсоюзу. Ну, тогда, конечно, состав. Тогда до вечера. Вы в порядке? Нет. А, мой глаз. Помогите кто-нибудь, врача! А, мужчина, хватит кричать. Я врач. Ужас! Спасибо. Ой, через полчаса еще синее будет. Да знаю я. Господи, да что же это такое? Это действительно какое-то проклятие. Так обидно. Главное, с Борисом еще только-только наладилось. Ну, ты не переживай. Через пару дней у тебя все пройдет, а я пока с Гердой погуляю. Ерунда какая. Ерунда? Он меня в театр сегодня позвал. Да ты что? А у меня фингал, как у алкашки. Неси ему билеты обратно. Все, я поехал, меня такси ждет. Ух ты, японский городовой. Леха. Привет, старик. Здорово. Какими судьбами? Ты не часто заходишь. Случилось что? Да вот, решил в глаза твои бесстыжие посмотреть. Чего не понял? Ну, то, что ты у нас герой, мы всегда все знали. А вот то, что ты втихаря фирму охранную открыл и никому ничего не сказал, это фигня какая-то, Витек. Не по-людски. Какую фирму? Да вот же, смотри. Черным по белому написано. Виктор Шагин. Владелец охранной фирмы «Грифон» спас женщину в парке на набережной. Раскрыли мы тебя, Витя. Только интересно, а когда ты собирался своим друзьям позвонить и сказать, а ну-ка, быстренько приходите ко мне все в охранную фирму, а? Всего хорошего. О, здравствуйте. Вот кого я не ожидал увидеть, так это вас. Здравствуйте, Лариса. А меня Лена послала. Что вы говорите? Да, она не сможет с вами в театр пойти. Просила вам билеты передать. Ну, на такой спектакль без женщины идти грех.
И билеты я вернуть не могу. Мне их специально доставали. Знаете что? Вы пойдете со мной. Я? Подругу нужно выручать, Лариса. Парни, нет никакой конторы. Как нет? Ну, то есть я собирался открыть свою контору, но там денег надо на открытие, и бумажки, и, в общем, не выходит. Да что не выходит-то? Денег нет, так мы скинемся, бумажки напишем. Старик, нормальная тема, у меня полно клиентов. Да, и мы ребят из полка подтянем. Ну? Да не знаю я. Да что ты все не знаю, не знаю? Ну, что ты разводишь? Ну, давай как-то определяться. Одно и то же, не знаю. Ничего. Да что ты все не знаешь? А что ты разводишь? Что? Не знаю, не хочу. Витя! Привет. Привет. Я прочитала про тебя в газете. Ты у нас герой. Решила вот поздравить тебя. Ань, я не герой, и ты перепутали меня с кем-то. И про женщину это неправда. Слушай, она ничего. А, жалко, да. Я даже так загордилась тобой. А про охранную контору свою это тоже неправда, да? Нет, не совсем. Я только собираюсь открываться. Вот мы с ребятами сейчас обсуждаем. Да, мы только что. Да, вот. Как раз. Угу. Вить, ты хотел представить девушку? А, да, ребят. Это Аня. Аня. И кто у нас Аня? А Аня у нас. Аня у нас моя невеста. Витя. Дама пик, дама пик. Ну, черненькая, наверное. Окрашенные. Подходят или не подходят? И не подскажет никто. Лена, я забыла тебе сказать, меня Борис в театр пригласил, ну, чтобы билеты не пропадали. Мне, наверное, лучше сказать, что у меня температура поднялась, да? Зачем? Иди, конечно. Так даже лучше. Как лучше? Ну, театралок будешь от него отгонять всяких, но они туда яду не за спектаклями приходят, и ты будешь бдить. Замечательно. Хорошо. Вы замечательно выглядите. Так можно идти в театр? Так нужно идти в театр. Вам очень идет этот наряд. Спасибо. Да, только вот этот пакет точно нужен? Ой, это я, вы знаете, это я бутерброды нам сделала. А то вдруг мы проголодаемся. Вы с ветчиной любите? Лариса, я боюсь вас расстроить, но Женевская конвенция запрещает кормить бутербродами женщин в вечерних платьях. А мы потихонечку. Потихонечку тоже нельзя.
Если мы проголодаемся, с меня нормальный ужин. Едем? Прошу. Макар, вы тоже не подходите. Тоже не подходит. Все ж бред какой-то просто получается. Да, мам. Все в порядке? Да нет, все нормально. Я тебе еще днем хотела позвонить, но что-то забыла. Вот теперь звоню. Так, дорогие, ты мне скажи, ты телевизор я смотришь? Да нет, и тебе не советую. Ну-ка, включи 7-й канал. Включай, там Веру показывают. Какую еще Веру? Зинину дочку, племяшку твою двоюродную. Включай. Ну, включаем. На дистанции в 3000 метров всех обогнала Вера Липинская. Наши поздравления. И хотим отметить, что это уже четвертая победа на этой дистанции вот у нашей юной спортсменки. Та, которая всех обгоняет. Вера! А ты что делаешь? Ты же родственник! Да, я знаю, что. Иди сюда! Не подходи ко мне! Гадина! Лен! Лена! Лен, ты чего молчишь? Лен, ты меня слышишь? Да, мам. Фух, испугал. Ты мне расскажи, как там этот Борис? Слушай, давай я завтра приеду, все тебе расскажу, а сейчас не могу. Дело срочное есть. Все, пока, целую. Лена! Лен! Спасибо за компанию. Надеюсь, тебе понравилось. Ой, мне очень понравилось, да? Правда, честно-честно. Все было просто, просто, ух. Вот. Ну, ладно. Спокойной ночи. Да. Спокойной. Пашу просто выставили за порог, и из-за скандала он потом эмигрировал, ну и все, его больше никогда никто и не видел. Так что я уверена, что Вера – это дама пик. Это же прекрасно. Что за прекрасно-то, господи. Я уверена, что она ненавидит меня до сих пор. Ты, кстати, в театр как сходила? Ой, вообще фантастика, отвал башки. Все так красиво было, все в таких красивых платьях. Прям застрелиться. Лор, о чем спектакль-то? Ты хоть помнишь? Ну, конечно, помню. Я когда билеты узнала почем, то вообще думала в обморок упаду. Ну, а как там, Борис? Привет тебе передавал. Ты же пойдешь сегодня Гердочку вечером выгуливать? У тебя синяк уже почти прошел, а к вечеру вообще не видно будет. Нет, рано. Чего? Надо вначале во всем разобраться. А то со мной опять что-нибудь случится. Или врежут кого-нибудь, или в люк упадут. Это точно. Ну так что будем делать? Для начала нужно выяснить, оставит ли меня моя племянница в живых или нет. Я очень рада вас видеть. А, да? Правда? Конечно. Верочка, я поздравляю с победой. Мы вчера тебя по телевизору смотрели. Так болели за тебя, так болели. О, спасибо, мне очень приятно. Да, да. А, это моя подруга Лора, она тоже твоя большая фанатка. Да, большая. Здрасте. Здрасте. Добрый день. Здрасте. А это вот Артем, он мой тренер, а это моя тетя, тетя Лена, она пришла меня поздравить. Да, и вас тоже поздравляю, Артем. Позвольте пожать вашу руку, вы такой молодец. Ну я-то что? Это Верка у нас молодец. Видели вчерашний старт? Ну такой разве забудешь? Это точно. А Вера, оказывается, боец. Просто малышка на миллион. Да. Кстати, ты взяла сканы паспорта? Я хочу поехать в Эвридику, попробовать с ними договориться. Да, да, конечно. А, Эвридика? А что у вас в Эвридике? Это просто хочу поехать, попробовать с ними договориться о постоянном осмотре на спонсорской основе. Послушайте, а зачем вам сторонние люди? Вот Лариса работает в Парамеде. Ну, вы знаете, компания славная, то и она вам такую скидку сделала. Да? Это было бы здорово. Спасибо. Спасибо большое. Подожди, это вообще что такое было?
А что такое? Не прикидывайся. Что я скажу Леониду Борисовичу? Что я взяла спортсменку на обследование по льготному тарифу без его ведома? Но он же любит спорт. Да? Он любит под пиво голые ноги в фигурном катании смотреть. А за эту скидку он мне голову оторвет. Ну, пожалуйста, ну прости, ради бога. Ну, я знаю, ты такая умница, так хорошо все устроишь. Я буду тебе помогать. Как? Мороженку тебе куплю. Да, твою любимую фисташку. Ты за кого меня вообще принимаешь? Ты думаешь, меня так легко купить? Две. Как минимум две мороженки. Отдай. 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 Отдай, мячик. И снова здравствуйте. Ой, здравствуйте. Герда, а кто ж твоя настоящая хозяйка? Я просто теряюсь в догадках. Герда, ну ты же воспитанная девочка, и не будешь выбалтывать все семейные тайны первому попавшемуся дядьке. Тем более, который даже не из нашего двора. А тут у вас во дворе просто воздух лучше. Ну да, конечно, конечно. Мы будем себя хорошо вести. Марвин очень воспитанный мальчик. Ну, тогда мы сделаем исключение для очень воспитанных мальчиков. Сделайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Смотрит на меня, мне становится так легко. И я правда как будто вылечу на крыльях. Если вы так любите друг друга, почему вы не вместе? Мы вместе. Просто жену бы я убила своими руками. Ну? А почему он не разведется с ней? Ну, потому что он принципиальный. И он считает, что это не по-мужски уходить из семьи. А, вот так он считает, да? Молодец. Да. Ну... Еще у нас как бы не принято, чтобы тренер встречался со своей воспитанницей. Это не одобряют. Что ты намерена делать? Ничего. Жить дальше. Привет, солнышко. Ну, вот, Ира, она тебя проводит. Там все готово. Спасибо. Че с лицом? Тяжелый случай. Я думаю, что у него действительно такой ужасный брак. Вера говорит, катастрофа. Он точно нужен Вере? Слушай, а она жить без него не может. Вот как? Ну, тогда, да, наверное, тогда это шанс. Чей? Ну, твой. Тогда ты ей сломала любовь, а теперь сделаешь ее счастливой. А каким образом? Что ты говоришь? Ну, она же дама пик. И ей нужен этот мужчина. И что я должна сделать? Разрушить его семью? Что ты мне предлагаешь? Ну, я ничего не предлагаю, но мы же должны что-то сделать. Ну, не это же. Мы не можем ничего разрушать. Мы можем только созидать, строить. Мы не можем никому делать больно. Ну, ты же врач. А сначала всегда больно, а потом всем хорошо. Все сразу выздоравливают. Ура, что мы вообще обсуждаем? Человек женат. Все. Точка. Ну... А если мы придумаем, как? Мы же можем придумать? Нет, мы не можем придумать. Все. Нет, жестко, я пошла. Человеческий организм может попасть разными путями. Так что выбирайте. Или вы принимаете таблетки, или мы будем колоться. Насильно. Лен. О, Лорик. Что случилось? Папа получила анализы Веры. И сразу прибежала? Она что, чем-то больна? Ну, как сказать. Посмотри. Вот здесь. Вера? Беременна? Успокойся, она не беременна. А? В смысле? Ты только не злись. Я попросила, чтобы кое-что изменили в ее анализах. С ума сошла? Зачем? Ну как зачем? Ну нам же нужно, чтобы Артем на что-то решился. Ну вот, пускай решается.
Лора, ну не так же. Это подлость. Ну почему ты так говоришь? Это не подлость. Это классика. Так всегда делают, когда нужно дело направить в нужное русло. Какое русло? Развалить его семью? Мы должны тебе помочь. Ты должна выйти замуж. Ты же помнишь про пророчество? Мы должны это сделать. К черту пророчество! Лора, это не шутки, это живые люди. Я поняла, ты просто боишься. Я все сделаю за тебя. Слышишь, я тебе помогу, ты можешь на меня положиться. Нет, я сказала. Лора! Очнись, ты слышишь меня? Нет! Я не беременна. Этого не может быть. Скажи, зачем ты это сделала? Ты о чем? Я про эти дурацкие анализы. О, Боже. Ты в курсе, да? Так вот, я не беременна. Я знаю. Знаешь, да? Ты знаешь. А ты знаешь вообще, что произошло? Он бросил меня, слышишь? Он меня бросил. Скажи, зачем тебе это было нужно? Вера, это была ошибка. Я не хотела. Ты не хотела. Это все, что ты мне можешь сказать. Ты не хотела. Я тебя ненавижу, поняла? Ненавижу. Вера, подожди. Подожди, Вера. Стой, Вера! Я тебе говорила. Я же просила тебя. Осторожно, здесь образцы. Зачем ты это сделала? Ты должна была просто выбросить эти анализы и все. Не кричи на меня. Я виновата. Но я хотела довести до конца. Что довести? Предсказание. Ну, чтобы всем в конце было хорошо. Ты довела до конца. Поздравляю, феерический конец. Они расстались. Довольна? Как? Ну, так же нельзя. Он что, бросил беременную? Она не беременная, Лора! Все испортила. Ну, прости, Леночек, прости меня, пожалуйста. Я просто, ну, я хотела как лучше. Ой, черт. Ну, скажи, что мне сделать? Ну, скажи, я сделаю, что? Лора, просто распечатай правильные анализы. Быстро. Хорошо. Простите, а вот тренер Артем Побережный, где его можно найти? Не знаю, уехал куда-то. А куда? Артем... Ой, простите. Артем дома? Нет. А он вам зачем? Вы вообще кто? Я из ЖЭКа. И что надо? Проверить счетчики воды. Ладно, заходите. Заходите, заходите. Спасибо. Обувь снимайте. Да-да. Идемте. Счетчики под мойкой. У вас все хорошо? Да. О, ну что же, ну все хорошо. Что ж, счетчики у вас такие замечательные, показания еще лучше. Все у вас будет хорошо. А могло быть плохо? Могло быть, да, но сейчас все будет хорошо. Благодарю, до свидания. Что опять с Борисом виделась? Нет, я к Артему в гости ходила. Это он тебя? Да не, ну что, ну перестань, не обращай внимания. А ты чего не отдала ему анализы? Я выяснила, что у его жены есть любовник. Некий Валик на работе. И ты хочешь все рассказать? Ой, для начала я бы хотела выяснить все хорошенько. Ну, а потом подумаем, что делать.
Да. А потом так издевательски рассмеялся и бросил трубку. А потом обозвал. Ну, в смысле, сначала обозвал, а потом бросил трубку. Ну, это же возмутительно. Фамилию, конечно, вы его не знаете. Ну, фамилию мы не знаем, но зато мы знаем, что его точно зовут Валентин. Валентин. Нет у нас Валентина. Ни одного, ни одного. А может, ты что-то напутала? Может, это не любовник сообщение прислал? Да, конечно. Поехали в гостишку, развлечемся. Это что, приглашение на батуте попрыгать? А может, это не с работы любовник? Может быть, это она специально так записала, чтобы муж ничего не понял? А вот это может быть. Но тогда мы его никогда больше не найдем. Боже! А может быть, это не мужчина? Может быть, это женщина? Валя с работы. Да нет, ерунда какая. Не похожа на Снежану. Ну, откуда ты знаешь, похоже, не похоже? Ты не разбираешься. Это бред какой-то. Ну, в жизни, между прочим, всякое бывает. Девушка, а может, у вас на секундочку? Скажите, у вас Валя работает? Валя... Валя есть. Только это не Валя, а Сережа. А это как? Работала у нас бухгалтерша Валя, она уволилась. На ее место пришел парень Сергей. Ему дали служебный телефон, а у всех в контактах он остался Валей. Так и зовем. Сереж, у нас тут на ресепшене какая-то женщина-курьер. Говорит, что доставка билетов для Валентина. У нас Валентина нет, а она уперлась. Может, это тебе? Ты не заказывал? Я? Да я вроде нет. А, ну ладно. А, подожди. Дай посмотреть. Отель Колизей. Фестиваль юмора. Клёво. Повезло кому-то. А сколько нужно за доставку оплачивать? Говорят, оплачено, только расписаться. Вот как. Значит так, скажи, что билеты тогда доставлены. По назначению. И да, Сонечка, распишись там как-нибудь за меня, хорошо? Ладно. Мы идем на фестиваль. Но это должно происходить тогда, когда мы скажем, понимаете? Поэтому я вам перезвоню. Ждите звонка, хорошо. До свидания. Борис! Лариса, что-то опять случилось? Да. Очень нужна ваша помощь. Помогу, чем смогу. Мне, то есть нам, надо... Так мне или нам? Нам, с Леной. Ну, только дослушайте до конца. Нужно, чтобы вы позвонили одному человеку и назначили ему встречу, чтобы он кое-куда пришел. Какую встречу? Какому человеку? Это мужчина, спортсмен, точнее, тренер. И очень нужно, чтобы вы нам подыграли. Твоя подруга, у которой сегодня день рождения. Артем, ты ничего не понял? Я тебе сейчас все объясню. Я все понял. Артем! Артем, иди сюда, я сказала! Вернись, я сказала! Ну что ты понял? Что ты понял? Вернись! Вера! Вера, погоди. Ты куда-то уезжаешь? Да, Динова предложила выступать за них. Солнышко, не надо. Не надо уже никуда уезжать. Это почему? Я ушел от нее. Ух ты! Слушай, какой ты молодец, а? Что не так? Ты же сама этого хотела. Ну, раньше хотела, а теперь мне все равно. Погоди, Вер, ну прости. Что ты будешь делать?
жить дальше, Артем. Тренироваться, побеждать и искать настоящего мужчину. Ты же без меня ничего не сможешь. Да ладно. Ты ошибаешься, дорогой. Без тебя мне будет бежать намного проще. Прощай. Во всяком случае, она позвонила и сказала, что прощает меня. И что я все исправила, и она мне даже благодарна. А, нет, не знаю, Лорик. Лор, подожди. Нет! Нет! Прекратите! Не трогайте ее! Слышите, остановитесь! Эй, слышите? Девушка, вы... Эй, девушка, вы что творите? Угомонитесь. Зачем вы снимаете ее? Потому что срок вышел. Неправда, нет. Так нечестно, срок еще не вышел, ее нельзя снимать. Так, ты куда полез? Так сказала, что снимать нельзя. Лезь обратно. Она что, родственница ваша? Нет. Или вы работаете в этом магазине? Зачем вы в магазине? Нет, это вообще все другое. Ну просто, если вы его снимете, моя жизнь может разрушиться. Что ж у вас за жизнь-то такая ненадежная? Как вы в ней вообще живете? Извините. Вас как зовут? Елена. Елена, вы поймите, я не директор, я таких вопросов не решаю, но я вижу, как это важно для вас. В принципе, я могу перенести демонтаж на день. Все, что могу. Спасибо. Всего один день? Но ведь это же издевательство. Как можно успеть за один день сделать все? Я знаю, знаю. Но этот день — это единственное, что у меня есть. Так, нам нужно найти даму Бубей. У тебя есть какие-нибудь идеи? Даму Бубей. Та, которая прячет слезы, но отнимает самое ценное. Что у меня есть самого ценного? Самое ценное. Волосы, ногти, глаза. Грудь. Грудь. Грудь можно отобрать? Любовь. В смысле? Любовь самая ценная, разве нет? А, ну да, конечно, любовь. Так и кто у тебя сейчас ворует, что? Не, ну не сейчас, но тогда. Алёш, помнишь? Ой, да, в которого ты была влюблена в интернатуре. Это гадина? Надя, терапевт, помнишь, старше нас была? Она же отбила его у меня. Да, помню. Вот, это она, дама Бубей. Та, которая прячет слезы, но отнимает самые ценные. Ну, не знаю. Ну, а где она сейчас? А я даже знаю, где. Она в 12-й ведет педиатрическое отделение. Точно. Мы нашли ее. Ну, чем? Чем ты докажешь, что собака твоя, а не бродячая? Ну, вот, вот, у меня паспорт ее собачий есть, смотрите. Ну, отдайте, это моя собака, моя, отдайте мне ее. Да ладно уж, ладно, раскричалась собака. Паспорт есть. За собакой следить надо. На уж, бери. Спасибо. Спасибо вам большое. Все, все. Моя хорошая, моя девочка. Моя девочка такая, моя хорошая. Моя хорошая. Смотри. Так. Значит, это все-таки твоя собака. Привет. А разве это важно? Вообще не важно. Просто интересно, во что вы играете, ты и Лен? Ой. Такие пустяки. Зачем? Зачем вообще все это было? Я не могу рассказать. Почему? Ну, потому что мы, девочки, такие загадочные. У нас свои секретики. Ларис, я не маленький мальчик. Я взрослый мужчина. Я заслуживаю объяснений. Честных, искренних, откровенных объяснений. Ох, хорошо, я... Я расскажу. Надежда Алексеевна, ну вы же видите, какая неприятная ситуация получилась. Вы должны мне помочь. Ни черта она мне не должна. О! Надежда Алексеевна, здравствуйте, это Лена Крабилина. Так рада вас видеть, а вы рады ли меня видеть так же, как я вас рада видеть? С чего бы это интересно, она так обрадовалась. Просто успокойся. Возьми себя в руки.
И значит, после этого Лена найдет своего принца, да? Ну, да. А. И как он, что, с неба упадет или уже есть какие-то варианты? Конечно, есть. Да? И кто это? Ну, этого я точно сказать не могу. Ларис, я тебя прошу, перестань. Ну, что значит, я не могу тебе рассказать? Или ты мне не можешь сказать? Тебе не могу. Почему? Да ладно. Это что, я? Не. Мне очень жаль. Но передай Лене, что у нас с ней ничего не получится. Почему? Потому что у меня уже есть женщина, которая мне нравится. Это ты. Нет. Да, это ты. Нет, я не смейся, я... Лариса. Нет, я... Лариса, я не смеюсь. Я, кажется... Я люблю тебя. Нет, нет, Лариса. Нет, нет, Лариса! Нет. Лариса! Нет. Лариса! Лариса! Слушай, у вас же там собственное отделение. Зачем ты собралась переходить в нашу развалюху? Поговаривают, что нас собираются закрывать. Это пока только разговор. То у тебя здесь оклад в полтора раза меньше будет. Говори на чистоту. На кой черт тебе это надо? Честно говоря, там конфликт такой вышел. Зав. Отделением просто решила, что я строю глазки ее мужу, ну и понеслось. А ты строила? Ну, паси боже! Ну, просто никогда в жизни даже я этого не посмела. Ну, а что ей разве объяснишь? Она просто же как вцепилась так. Надь, ну просто легче уйти. Ну да, бывает, бывает. Надь, ну а как сама-то? Как дома? Да, дурдом дома. Да, понимаю, понимаю. Ага. Как с мужчиной, все хорошо? Ты же знаешь, с ними никогда не бывает все хорошо. А что же, все плохо? Вы развелись? А тебе-то что? Я сопереживаю. Ну, как-то интересно же мне поговорить. Ну, по-женски, просто чисто по-женски. Ты мне, я тебе. Выкладывай, Надя, что у тебя? Слышь, Крапивина, ты какая-то странная. Да нет. Да. Может, тебе самой к психиатру сходить, а? Извини. Алло. Да, иду. 2 минуты. Леночка, что случилось? Все провалило. Это наказание мне. Наказание за что? Да за то, что много думала о себе. Вообразила себе, что я как-то особенно чего-то заслуживаю. Сам теперь просто неудачница. Нет, нет, ты не неудачница. Наконец-то встретила мужчину, с которым действительно хочу быть. Вот мне сразу же носом ткнули. На, вот, знай свое место, неудачница. Сколько времени? Все, мы сегодня уже никого не найдем. Плакат снимут и... Лен, не надо никого сегодня искать. Думаешь? Да, я хотела тебе сказать, я сегодня... Не надо никого искать. Ты совершенно права. Лен, я хотела... Не надо никого искать, нужно сделать так, чтобы плакат не смогли снять. Но дело не в плакате, Лен. Точно, ты гениальна, Лора. Лен, я хочу тебе рассказать... Лена, 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 стой, Лена! Лена! Нет, призм уже нет. Ну, вы же знаете, на них всегда очередь. Да, конечно, буду иметь вас в виду.
Да. Здравствуйте, скажите, а кто у вас рекламой здесь занимается? Все. Я вам перезвоню. Лен! Здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть. Ой, тоже очень рада. Андрей меня зовут. Андрей. Ну, как ваши дела? Послушайте, мне очень нужно, чтобы вы не снимали ее хотя бы еще несколько дней. Ну, не знаю, с этим будет проблема. Ну, в принципе, можно поговорить с нашим директором, Максимом Егоровичем. А зачем вам это так нужно? Нужно. Да я вижу, что нужно. Но директору все-таки придется как-то объяснить. Сейчас будет бред. Мне женщина нагадала, ну, нагадала на картах, что... Ну, что вы смеетесь? Нет, это не пойдет. Значит так, на плакате висит ваша племянница, и ей это нужно для... Поступления в театральный. Точно. У нас есть принт ювелирки, висит на борде на Кудрявской. Ну и что с ним? Ну, надо, чтобы он повисел еще пару дней. Девушка очень просит. Денег заплатит. На Кудрявской? Угу. А, там же Илонка заходит на то место, разве нет? Да, Илонка. Но мы же можем как-то переморгать. Переморгать? Они тебе потом так моргнут. Ты не то что моргать, ты дышать через раз будешь. Нет, девушка, даже не думайте. Пойдемте. Максим Егорович, ну давайте поможем девушке, ну что мы, не люди? Зайцев, я тебе взял работу работать, а не сопли размазывать. Зачем ты ее привел? Тебе что, заняться нечем, а? Есть чем. Я просто, как любой нормальный человек. Выметайся отсюда, нормальный человек. А то будешь безработный человек. И ее собирай. Этого можно было ожидать. Простите, что подставила вас. Да не страшно. Давайте я все-таки позвоню Валенку, может, они согласятся. Да не, не надо. Это уже агония. Надо прекращать. Да не падайте вы духом. Я попробую... Андрей, не надо, прошу вас. Спасибо большое, что пытались помочь мне. Что я сделала? Дочка, возьми мороженка, не пожалеешь. Нет, спасибо, не надо. Возьми, тебе бесплатно. Возьми мороженка. Я же вижу, тебе плохо. Горько. Горе какое-то у тебя. Получается, что другому человеку жизнь поломала. Ну, это бывает. Все мы грешны. Ну, время пройдет, все успокоится. Да вот времени-то и нет, что обидно. Даже не знаю, кому навредила. Ну, кому-то близкому. Чужие люди нас не ранят, а вот близкие делают нам больно. Возьми мороженка. Да я как-то не очень. Бери, бери. Это же фисташковое. Вкус у него просто необыкновенный. Да, я знаю. Это моя подруга за фисташковое мороженое родину продаст, а я... Господи боже, это же она. Привет, Лорик. Привет. Ты что, плачешь, что ли? Нет, я... Лора... Та, которая слезы прячет. Ты туда не пойдешь. Да что такое? Отдай. Нет. Ну, хватит. Тебе все мои парни не нравятся. Мне не нравится конкретно он. Да ну. Что да ну? Что да ну? Он идет с тобой и на Ильясову пялится. Это нормально? И все видят. Ну, как можно так позволять с собой?
это же я всех твоих кавалеров отшивала. О чем? Да о том, что бубны, это ты! Я? Ты! Да, у буби! Потому что я краду твою любовь? Но это не так. Честное слово, я это не делаю. Я не виновата. Конечно, нет, Господи, конечно, ты не виновата. Виновата я! Ты? Почему ты? Потому что ты мой самый близкий человек. Я тебе всю жизнь мешаю и вламываю свое пространство, и вламываю твою личную жизнь. Нет, это неправда. Да, конечно, правда. Господи, надо же такая... Да, Мабубе, это ты. Мы нашли тебя. Господи, я только сейчас понимаю, как же я ужасно к тебе относилась, как к своей собственности. Лора то, Лора это, туда не лезь, с этим не встречайся. Лор, но ты тоже хороша. Лор, слышишь меня? А? Да, я слышу тебя. Ну, почему ты мне не сказала? Что не сказала? Ну, я не знаю, ну, чтобы я так никогда не делала, что ли. Ну, ты же моя лучшая подруга. Мне и так было хорошо. Да нет, что, это было ужасно. Ну ладно, теперь самое главное придумать, как это все можно исправить. А что ты собралась исправлять? Все, уже время прошло и... Не-не, ты забыла, я должна это все исправить. Хотя вот как, у тебя вроде нет никого. Или... Да, я уже поняла, я совершенно слепая, я в упор не вижу очевидных вещей. Поэтому просто, прямо, открыто, скажи мне, кто у тебя есть, кто тебе нравится? Лора, ну посмотри на меня. А? Нет, не, Лен, у меня никого нет. Я бы тебе сказала, ты же знаешь. О, боже, у тебя кто-то есть. Лора, что не умеешь так отврать нормально? Я же вижу. Ну вот кого ты все время сбрасываешь? Кто он? Это с работы. Они там сами разберутся. Да? Ладно. Тогда просто скажи мне, кто он. Я не могу сказать тебе. Как это? Не поняла? Прости меня, я не могу. Я же твоя лучшая подруга. Или уже нет? Да, ты моя лучшая подруга. Была, есть и будешь, но я не могу тебе рассказать. Чего ты не можешь, Лор? Ты не забывай, моя судьба сейчас тоже зависит целиком от тебя. И времени в обрез. И мне нужна твоя помощь. Но ты почему же ты мне не хочешь помочь? Я боюсь сглазить. Что, блин, за чушь ты городишь? Ты чего, издеваешься, что ли, надо мной? Ты что, мне мстишь, что ли? Нет. Я... Тут тогда просто скажи, кто это? Я не буду говорить. И тебе сейчас лучше уйти. Я хочу побыть одна. Что? Да! Тебе лучше сейчас уйти! Пожалуйста! Ну нет, дорогая, так не пойдет. Б. Через час в Онегине. Меня смотришь. Не ожидал тебя здесь увидеть. Да, вот такой сюрприз. А ты тоже кого-то ждешь?
случилось? Нет, все в порядке. Лора сейчас придет, она просто опаздывает. Сейчас, извините, сейчас она придет. Я тоже. Две минуты. Две минуты. Рада вас видеть. Людмила, это вы. Вы должны мне помочь. Ой, на вас лица нет. Что случилось? Да, случилось. Случилось все так, как вы и нагадали. Появился мужчина, появилась женщина в красном за моим окном. Но я же загладила всю свою вину. Я все сделала. Так что же сейчас происходит? Почему? Что-то пошло не так. Да, все пошло не так. Мой мужчина уходит к моей лучшей подруге. Надо же. Но почему он к ней уходит? Видимо, он влюбился. Или она недостойна любви? Нет, она... Она очень хорошая, она милая. Господи, ну, конечно, она достойна. Так, может быть, все хорошо? Нет, что же хорошего? Я же выполнила все условия. Я сделала счастливыми двух женщин. Это несправедливо, так нечестно. Знаешь, мы всегда спорим с судьбой. Нам кажется, что жизнь нам все время что-то не додает. Мы торгуемся, доказываем, а нас никто не слышит. Да потому что мы торгуемся сами с собой. Но это твоя жизнь, Лена. И если ты его так сильно любишь, пойди отбери его у нее. Ну, если любишь. Любовь оправдывает все. Почему нельзя сделать так, чтобы все были счастливы? Вы еще нормально? Да. Ты извини, мне нужно на работу. Только что позвонили. Борис, подожди. Я прошу тебя, останься на пару минут. Мне действительно нужно. Слушай, я тебя очень прошу. Борь, ты... Ты любишь Ларису? Я не хочу об этом говорить. Особенно с тобой. Ты перестань, я так уже все знаю. Ну тогда чего ты от меня хочешь? Вот именно, чтобы ты ответил, любишь ты Ларису или нет? Да. Да, люблю. Только это не имеет никакого значения, потому что она не хочет быть со мной. Из-за тебя, кстати. Она слишком любит тебя. Вот как-то. Да и вообще, она, наверное, права. Да? Нам не стоит быть вместе. Наверное, нужно все пережить и все. Да, конечно, стоит быть вместе. Конечно, стоит. Я тебя очень прошу. Я тебя умоляю. Дай еще один шанс. Вы будете счастливы. Я верю в это. Пожалуйста, я хочу помочь вам. Ой, это же Магрит. Ну, ты же давно хотела здесь побывать. Слушай, ну тут цены такие ужасные. Мы снимаем стресс. О, у тебя что, ты знаешь, какой стресс будет? Наплевать. Наплевать. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам, пожалуйста, бутылочку шампанского и лобстеров. Два. Хорошо. Молчи. Ничего не знаю. Шеф-повар сказал, что это ваше. Знаете,
позовите его сюда. 7 минут. Добрый день. У вас возникли какие-то проблемы? Вам не понравилась яичница? Но, к сожалению, это единственное, что я умею готовить. Лобстеров я готовить не умею. Да, собственно, и яичницу не очень. Но это то, что я готов делать для тебя каждый день. Я очень хочу что-нибудь делать для тебя каждый божий день. Ты попробуешь? Да, нет. Я боюсь. И я боюсь. У нас все как-то странно. И встретились, и не факт, что все будет идеально. Так что уже не идеально. Но я очень хочу попробовать. А ты хочешь попробовать со мной? Хочу. Тогда иди ко мне. Довольна? Ну, я тебе так скажу. Ты не дождешься. Я плакать не буду. А я смотрю, у вас не все серьезно. Ну, а что вы здесь делаете? Врать не буду. Вас поджидал. Зачем? Сказать, что баннер мы сегодня снимать не будем. А чего так? А, Михалыч. Внезапно начал праздновать, не смог ему помешать. Так что до завтрашнего вечера он вряд ли отойдет. А если очень надо, то и до послезавтрашнего. Да нет. Не надо. Мы с ней все выяснили уже. Но вам спасибо. Да не за что. Это же не бесплатно. Что? Хотите сказать, что я вам что-то должна? Да. Что же я вам должна? Поужинай со мной. Знаете, не сегодня. Сегодня я хочу побыть одна. Лен, простите. Простите, что я такой настырный. Но я у вас учусь. Я еще днем хотел вам предложить куда-нибудь сходить, но постеснялся. А потом, когда вы ушли, я сказал себе: Андрюх, ну какой же ты дурак. Ну, ты встретил самую интересную женщину в своей жизни. И так бездарно упустил ее. Иди теперь идет, ищи. А когда найдешь, не отходи от нее ни на шаг. Ни в коем случае. Второго шанса может не быть, так что вы простите, Лен, я от вас не отстану. Ну ладно. Посмотрим. Собираетесь. Ну, мне как-то так легче сразу стало. И правда, я так успокоилась сразу. Ну, действительно, я же не первая и не последняя. Хватит, Лорик. Сейчас еще одну бусину пришью, и все. Ну, кто там что увидит? Ну, как это кто? Я увижу. Стой, не дергайся. Да Андрей уже звонит. Давай пойду, там машина уже ждет. Ничего, между прочим, у тебя сегодня свадьба. Ты должна наслаждаться, ты стоишь и дергаешься.
Уже неудобно, он так долго ждет уже. Подождет. Ну вот, опять криво пришила. Теперь придется перешивать. Где мои ножницы? Заждался? Немножко. Вообще-то до ЗАГСа ты не должен меня видеть. Это плохая примета. Ну, мы же в приметы не видим. Не так ли? Прошу вас, сударыня. Вы, кстати, великолепно выглядите. Благодарю вас, сударь. Можно мне добрачный поцелуйчик? О, чего это? Говорят, что добрачный вкусный. Я не поняла. Ты что, перебирать задумал? А потом будешь носом крутить? Не буду. Я знаю, потом будет еще вкуснее. Я просто жадный.